Сегодня готовим сливочное шоколадное мороженое всего из двух ингредиентов – сливок и молочного шоколада. Сначала нужно шоколад растопить на водяной бане. В пиалу поломать шоколад. Опустить пиалу в миску и наполнить кипятком. Старайтесь аккуратно, чтобы вода не попала в пиалу. Я использую молочный шоколад. Выбирайте качественный продукт, от этого будет зависеть вкус мороженого. Оставьте на пару минут, чтобы шоколад начал таять. Затем мешать до тех пор, пока шоколадная масса не станет однородной и блестящей. Снять с водяной бани. Остудить до комнатной температуры. Холодные сливки взбить на небольшой скорости до легкого загустения. Увеличить скорость и взбить до пышной устойчивой структуры. Добавить растопленный шоколад и взбить до однородной кремообразной консистенции. Выложить массу в форму. У меня две обычные формы из подсливочного сыра размером 10 на 7 сантиметров. Разровнять лопаткой. Накрыть крышкой. Поместить в морозилку на 3-4 часа. Достать. С помощью специальной ложки сформировать красивые шарики. Для этого нужно оставить мороженое при комнатной температуре, чтобы немного подтаяло. А пока для декора сделаем стружку из шоколада. Нужен именно холодный шоколад и овощ-чистка. Можно натереть на крупной или мелкой терке, это уже на свое усмотрение. Вот такая крупная стружка получается. Попробую сделать шарик. Ложку смочить в холодной воде. Можно было еще подождать, чтобы мороженое больше подтаяло. Выложить в креманку. Присыпать шоколадной стружкой. Украсить листиком мяты, и вкуснейшее шоколадное мороженое можно подавать. Вкус нежный, сливочно-шоколадный. Приготовьте этот освежающий десерт и наслаждайтесь вкусом.